Добрий вечір. В ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хемій і радий вітати в нашій студії депутата міськради, голову фракції морської партії Сергія Ківалова Світлана Оселенко. Пані Світлана, добрий вечір. Добрий вечір, Віталій. Кілька днів тому, але я вважаю, така подія, ми можемо ще довго згадувати її, але кілька днів тому відбулася чергова сесія міськради. Чому непересічна подія? Депутати засідали майже 10 годин. Я не пам'ятаю такого в новітній історії Одеси. Навіть облрада так не працює, як працювала міськрада. Пані Світлана, перше питання. Чи виправдано було там 10 годин працювати? На самом деле, знаете, уже в воздухе веет дух приближающихся выборов, и, конечно же, все депутаты, политики, ну, либо те, кто себя таковыми считают, конечно же, не упускают возможность что-то сказать, заявить, выступить с трибуны. Я думаю, что одесситы это понимают и чувствуют, да, те люди, которые, и те политики, которые на протяжении всей работы находятся вместе и в диалоге, а те, которые только перед выборами, да, у нас сейчас мы переходим в активную фазу, и я называю эту сессию старт избирательной кампании. То есть Одесский городской совет и действующие депутаты перешли в активную фазу выборов, и на этой сессии стартовала избирательная кампания. Каждый старался что-то заявить, прокомментировать, кричать, очень активно караул все украли, не понимая ни что, ни где, ни что и что происходит. Поэтому, знаете, ситуация для меня, конечно, очень нова, потому что я действительно не помню, чтобы сессия шла порядка 10 часов. Но, знаете, когда уже перевалило за 6 час, я уже поняла, что пока все не выскажутся и не по каждому вопросу, пока всех не снимут телеграм-каналы, фейсбуки, либо камеры заготовленные, которые привели с собой депутаты, ну, мы раньше не уйдем. А так как у меня была как бы ответственная миссия и задание фракции в рамках депутатских запросов, я понимала, что раньше я уйти не могу, поэтому, собственно говоря, наблюдала за всем происходящим и получала удовольствие. В сессии передувало заседание фракции Украинской мирской партии Сергея Ківалова. Какие основные питания были разглянуты и с какими питаниями вы все-таки отримали можливість звернутися до тих депутатів, які ще були в залі? Перший вопрос, який піднімала наша фракція, це імунний паспорт. Ми почали дискусію, почали діалог з профільним управлінням Городського совєта, з депутатським корпусом в відношенні імунного паспорта. Скажу відкровенно, що я зустріла ряд непонімань по цьому вопросу, тому що хтось мені говорив про те, що ми проти прививок, це нав'язування. Я хочу разъяснить всем заинтересованным, разъяснить одесситам. Иммунный паспорт – это абсолютно добровольный, бесплатный документ, который получает любой желающий сегодня по инициативе нашей фракции партии Украинской морской, что мы предлагаем, чтобы, да, часть финансирования этих анализов взял на себя Одесский городской совет, и это было внедрено во всех городах, да, и иммунному паспорту был, да, предан официальный статус. Потому что, я еще раз подчеркиваю, по желанию и бесплатно. В иммунный паспорт мы заносим тесты на коронавирус, на антитела, а те прививки, которые пожелает гражданин, одессит, вписать в этот иммунный паспорт. И это, ну, так называемая, да, то есть карточка состояния здоровья. А сегодня мы поняли, что если еще вчера мы как-то относились к этому более халатно или пессимистично, то ввиду, да, пандемии, которая захлестнула весь мир, и мы постоянно слышим о том, что может быть вторая волна, ну, я считаю, что каждый из нас в первую очередь к своему здоровью должен отнестись ответственно. Поэтому подчеркиваю, бесплатно и по желанию. Это инициатива Украинской морской партии. Мы начали диалог с громадой для того, чтобы этот документ имел, ну, правовой аспект и был внедрен в правовое поле. Это первая инициатива Украинской морской партии. Что касается переноса Конституционного суда, здесь я хочу поблагодарить всех коллег со всех фракций Одесского городского совета. Тут для меня очень важно, что все коллеги поняли, насколько значимый и актуальный вопрос это на сегодняшний день.
Вы, может быть, мне скажете, будем ли мы получать больше денег, заживем ли мы лучше. Хотя, безусловно, это сегодня тема номер один. Да? Каким образом будет жить моя семья, уровень дохода, сколько буду платить за коммунальные услуги, да, и то, что окружает меня. Но я хочу сакцентировать внимание, что европейская тенденция, когда государственные органы, там, первого эшелона рассредоточены по разным городам, а не сосредоточены в столице, на самом деле уже как бы внедрена в основном в Европе. Сегодня начали активно говорить о том, что возможность переноса Конституционного суда, и начали называть разные регионы. Ну, давайте так. Все мы патриоты своего города, и поэтому мы посчитали своим долгом сакцентировать внимание президента, правительства, что Одесса готова радушно принять Конституционный суд. Почему? Потому что для нас это новые возможности. Это новые возможности инфраструктурные, это новые возможности инвестиционные. Знаете, одесситы всегда был такой народ достаточно особенный. Мы убеждены, что Одесса это не первый город, но точно и не второй. И мы претендуем на южную столицу, культурную столицу, но я могу сказать абсолютно точно, что Одесса с сегодняшнего дня по праву претендует на правовую столицу, потому что школа права, сильнейшая школа права, которая сегодня сформирована в Одессе, конечно же, это ну, реальный механизм сотрудничества студентов, ученых с людьми, которые действительно ставят точку, я подчеркиваю, абсолютно во всех делах, которые попадают в Конституционный суд. Эти решения выносятся именем Украины, они по обжалованию не подлежат. Ну, соответственно, ну, я считаю, что это такой достаточно знаковый момент для Одессы, если правительство все же примет решение перенести Конституционный суд в Одессу. Це рішення приймає особисто уряд, чи, можливо, це рішення, яке прийняла Одеська міська рада, воно якимось там підґрунтям буде, там, додатковою тих стимулом, що ось дійсно ось одесити, вони підтримали це рішення. Откровенно говоря, так как Одесский городской совет, да, это мини-громада в миниатюре, там представители всех политических партий, разных взглядов. И я подчеркиваю, что все фракции в городском совете поддержали эту инициативу. И когда сессия уже там была разбалансирована и в зале оставались там считанные депутаты, ни один уже депутатский запрос не проголосован, не был и не прошел, то Конституционный суд, депутаты, даже которые там выходили уже где-то, курили, пили кофе, они вернулись в зал, понимая важность этого вопроса для того, чтобы поддержать возможность переезда Конституционного суда. На самом деле это воля нашей громады. Мы сказали о том, что мы радушны, мы гостеприимны, мы будем рады, если Конституционный суд переедет в Одессу. Є кілька теж організаційних питань. Головне питання – це кадри, це працівники суду, це саме судді. Чи було опитування саме там, цих людей, чи там хтось питав, чи зручно буде працювати в Одесі? Ну, на самом деле, хочеться сказати, що із 18 судді Конституційного суду, 12 тим чи іншим образом зв'язані з Одесою. И, безусловно, накануне лидер нашей партии Сергей Кивалов, он разговаривал, общался с главой Конституционного суда Украины. И, безусловно, не преуменьшая значение абсолютно всех городов нашей страны, конечно же, мы с пониманием относимся, что судьи хотят работать, жить и работать в Одессе. Потому что Одесса, ну, это море, Одесса это, да, ну, как бы кто ни критиковал изменения и перемены, но в любом случае Одесса это самый комфортный город для проживания и да, преимущественно любой выберет Одессу, нежели там, другие регионы. Поэтому судьи относятся к этому более чем хорошо и наоборот стремятся и хотят в Одессу. Поэтому я думаю, что мы, так работая в тандеме, этот вопрос решим и суд будет в Одессе. Другое организационное питание. Ці махіні державні потрібно десь буде функціонувати, вести свою діяльність. Чи не буде там проблем там, з будівлею, де будуть працювати судді?
и Конституции? На самом деле, сегодня мы только начали этот процесс. На самом деле, в городе очень много помещений, которые могли бы подойти под Конституционный суд. Я еще раз подчеркиваю, финансирование Конституционного суда ни в коем образом не лежит на бюджете одесситов, чтобы все понимали, на городском бюджете он финансируется централизованно с государственного бюджета Украины, поэтому тут нам никакой дополнительной финансовой нагрузки не будет. Если все-таки они решат переехать, то я думаю, покупка здания, либо там аренда здания, это все равно вопрос государственного бюджета нашей страны, но никак не бюджета Одесского городского совета. Вообще таке питання, вже половина червня прийшла, літо там в розпалі. Чи приходить до себе Одеса після цих ось карантинних антикоронавірусних заходів? Як ваше спостерігання, наскільки як депутата, скільки громадянина нашої країни і міста Одеса? На самом деле, выйдя на улицу, мы все понимаем, что особенно на выходные, особенно в парковую либо курортную часть, мы все понимаем, что одесситы, гости нашего города радостно уже не соблюдая дистанцию, что на самом деле, я считаю, не очень правильным, то есть как-то ослабили карантин, я могу сказать, что не сняли еще карантин, то есть его просто ослабили. Я уже даже так немножко, знаете, когда встречаешь людей, все хотят тебя поцеловать или обнять, и когда ты так говоришь о том, что давайте все-таки придерживаться каких-то правил, потому что это в первую очередь наше здоровье, наша с вами жизнь. Поэтому карантин в Одессе, можно констатировать факт, что закончился полностью, потому что о карантине напоминает только таблички в некоторых магазинах и супермаркетах о масочном режиме. Когда идешь за продуктами, охранник говорит, оденьте маску, иначе мы вас не пропустим. Все. Остальные ограничения, даже если действуют, то мы их не ощущаем и не видим. Одесса вошла, я бы сказала, такую в полную фазу туристического сезона. Дай бог, чтобы там пандемия и второй этап не наступил, потому что мы очень ждем туристов, очень ждем инвестиций, очень ждем успешного курортного сезона, потому что, несмотря на то, что Одесса это не город, который живет там на 100% за счет туристов и курортного сезона, но тем не менее это значимая часть нашей экономики, достаточно важная. Поэтому могу сказать, что мы ждем всех туристов, гостей нашего города радушно. Одесса, можно сказать, фактически уже в разгаре туристического сезона. Немножко с погодой, конечно, еще не стабилизировалась, но тем не менее. То таке погода, а ось бізнес малий, який постраждав чимало, чи приходить до тями, теж ваше спостереження, пані Світлана? На самом деле на сесії городського совета, на этой сесії городського совета ми також приймали одне із рішень, яке стосується малого бізнесу, це обмеження для предпринимателей, которые арендуют коммунальную собственность. Эти ограничения касались того, что на период карантина те предприятия, которые фактически не работали, на 100% освобождаются от уплаты аренды. И это то небольшое, то малое, что мы, как Одесский городской совет, можем где-то пойти навстречу предпринимателям, потому что мы понимаем, безусловно, пострадали все. Всем тяжело, всем сложно, малый бизнес сейчас понемножечку выкарабкивается, но, как показала практика, 2 месяца карантина – это непозволительная роскошь для нашей экономики, и 3-й месяц наша бы экономика просто бы не пережила. Дякую вашим колегам-депутатам, дякую вам, бажаю успіхів також вам і вашим колегам. Дійсно, на нас чекає таке справжнє літо во всіх сенсах цього слова. І хотілося б, щоб ми такими стійкими вийшли після цього літа. Здоров'я вам і всім одеситам. Дякую. З вами був Віталій Хемій. Залишайтесь на телеканалі «Репортер». На все добре.